Меня зовут Роксолана, и именно я занимаюсь подбором и оценкой персонала в нашей компании. В сфере рекрутинга я около 5 лет, и за время работы поняла, что идеальный рекрутер выглядит именно так. Я вижу много отваги, еще неплохой ум, есть талант, да, и неукротимое желание показать себя. Почему идеальный? Потому что с первых секунд волшебная шляпа смогла определить основные навыки и компетенции кандидата. Но есть одно но. Шляпа волшебная, а рекрутеру, как и всем людям, свойственно ошибаться. К примеру, на этапе проведения телефонного интервью при установлении рапорта представляться по имени-отчеству, либо использовать сложные формулировки, которые понятны не всем кандидатам. Добрый день. Меня зовут Михаил Олегович, руководитель HR отдела компании. Добрый день. Меня зовут Михаил, я менеджер по персоналу компании. Вторая грубая ошибка – это размытые акценты важной для кандидата информации. У нас средний доход у сотрудников 15 500 гривен. Средний доход сотрудников составляет 15 500 гривен. Состоит из ставки, это 4 720 гривен. Все остальное – это бонусная часть. Также хочу сразу отметить, что всех сотрудников мы оформляем официально, поэтому в любом случае есть вычет налога на доход плюс военный сбор. Это суммарно 19,5%. Суммы указаны до налогообложения. Третья ошибка – ограничивать кандидата по времени. Хорошо, тогда звоните мне в любое время с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Хорошо, в любое время на связи, в любом из мессенджеров или же по телефону в любое время суток. Хорошего дня вам, до свидания. Дорогие коллеги, у вас все получится.